Всем здорово, ребята, я Никас, и добро пожаловать в новое видео. Хотел я сегодня заснять хоррор, то есть хотел покрутить колесо, ну, которое честно, да. Не будем тянуть время, давайте приступим. Вау, что происходит? Вы это видите? Это что-то невероятное. Господи, что же нам сейчас выпадет? Ну, если вы просите, то я не против. Ой, тут книга какая-то есть, смотри. Книгу взял. Как ее открыть? Никак. А, у меня тоже книга, чё это? Я куда-то дойди. Чё я сказал? Давай, нам нужно найти... Определить тип призрака. То есть в книге... Тип призрака, но книги у нас больше нет. Выкидывайся. Чё? Я взял фонарик. Его нету. Пошли. Допустим, мы просрались. Подожди-ка. Ты ж фонарик выкинул. Я взял фонарик. Куда книга делась? А, вот книга валяется. Вот она. А ты где? С другой стороны фургона книга валяется. Ладно, пошли в дом. Смотри. То есть, нам что надо сделать? Нам надо определить тип призрака. Ой, дверь закрылась. Саня, Саня! Определить тип призрака. Как его определить? Он злой, пацаны, он меня убил. Я понял. Пацаны, 5 минут у нас уже кончилось. Теперь давайте мыслить рационально, что нам делать. Может, в журнале посмотреть? Да, давай, справочник открой, что делать, если призрак у тебя в доме. Так, фантом. Желтая. Фантом, это типа призрак. А мне кажется, давайте, короче, так, я в очках похожу, на дверь открыть. А, так она не такая уже страшная, пацаны. 17. Да вообще пофиг. Здесь 17, пацаны. 21, 19. Я за тебя обосрался. Из-за меня? Кто светохнул? Не я. Понятно уже. Я жду, ты сдох. Кто-то топает, пацаны. Ника, блин, со своими... Он там, я его слышал. Да, свидание. Свалим, он всю жопу. Он дверь закрыл. Я ничего не закрывал. 5 звезд. Пикает, 5 звезд. Что делать будем, нам обратно не вернуться? Пошлите вы, чё вы. Перестала пикать. Перестала пикать. Люди, у меня такие секунды. Пикает. Я, если что, говорю, где он, пацаны? Он пикает? Да не пикает ты, говно сломалось. Две, пацаны, две палы. Саня, температуру у двери померяй, пожалуйста. 4! 8! 4! Он здесь, он низкая здесь. Температура. Я его не вижу. Мне его надо увидеть, чтобы определить тип призрака. Чё вы все там втроём стоите? Вы чё? Температура... Фризинг, температура, что ещё? Какой призрак? Телефон, хватит 8. Звонить тут! Пацаны, кто сдохнуть хочет? А подожди, погнали обратно, пацаны! Я забыл, у меня рация, пошли обратно. Пацаны, пошлите отсюда, чё вы стоите? Spirit Box. Сейчас первым умираю. Книгу положите, стойте назад, идите, книгу положите мне, пожалуйста. Книгу положите здесь, короче. И давайте какая ждать книга? Его здесь. Пикает? Он хочет заходить. Пикает. Дверь нам жопа. Записка, пацан. Да вы чё угораете? Он написал мне чего-то! Что он тебе написал? Near you! Так, значит, он написал за тобой! И communicate spirit box. Это Мэгги. А, вот я ее вижу! Валим отсюда! Я ее увидел! Она там, не подходи! Валим отсюда! Все! Осталось только свалить, пацаны! Валим отсюда! Пацаны! Кстати, я видел призрака за кем-то. Вы слышите меня? Я за кем-то видел призрака. Да, она здесь вот стояла. За Саней. Вообще-то передо мной стояла. Ну, в темноте не разбегать. Пацаны, бежим!
Вот на этом и все. Всем спасибо за просмотр. Кто хочет честное колесо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Никас. И всем удачи, всем пока.